зелёненький. Сидит он, несчастный бедный енотик у нас. Это посол. Ты куда посол? Илюхантий. А тут сидит злыдень писюкавый. Клоп. Маленький вонючий клоп. Ух ты, как ты умеешь. Давно не видела я такого красивого оскала. Ой, ой, как красиво. Вот так вот. Вот. Ну-ка еще раз. Давай мама тебе пальчик показывает вот так, а ты... Сейчас скажи, я тебе пальчик откушу тебе, скажи, мама. Ёзык, ты зачем на Илюху нападал? Скажи, у меня теперь своя квартира, а мне же ваша Илюха скажет, что соус, то ехал. Да, ну скажи, у хозяина разрешение спрашивали, чтобы... Ай, заселять кого-то. Ёжик? Ах ты злой ёзык. Ой, ой, ты что, на маму наезжал? Ай-яй-яй. Дурецкий какой ты. Кутю, кутю, кутю. Ну все, все. Давай не злись на меня. Фу, давай, мама, вентилятором на тебя подует. Иди мой желядки, дай козяку уберу с глазика. Да, говорит, убери. Я тебе ноготь с пальца уберу, скажи. Короче, набросился на Илюху. И причем вместе с геликом. Пришлось гелика сейчас временно закрыть там с Пьером. Да, Илюнтий? Как подружитесь ёзыком, так и откроем гелика под присмотром. Чтобы это, да, гелику от пор вдвоём давали. Да. Пополз, пополз. Ё-моё, иди, господи, бибезьяна. Опа. Ты чё? Ты чё, мой сладенький? Где мой холосенький? Водички набрали, да? Да, водички. Ой, холодненькая, свеженькая. Ну, не примут, если пойдем в дом ночевать, блин, я не знаю. Будете с Егором весь день тут тусить тогда? Тех придется там закрывать на день. А на ночь вы в дом, да капец, будем каждый день таскать вас туда. Илюха приехал к нам на пару месяцев. Пока ребята переедут с квартиры в дом, и вольер сделают, и у Дианы еще и роды ко всему. Поэтому, скажи, я в гости приехал на лето к тетушке Лене, скажи. Ну, скажи, Лена уже почти бабушка. Да, тю-тю-тю-тю, что тебе игрушек принести? Сейчас, а что, мамка твоя коробочку игрушек твоих не привезла тебе? Ах, она какая. Сейчас дадим тебе игрулик. Мягкий.